Дорогие друзья, сегодня рассмотрим с вами панель от бренда Master Kids «Магнитный счет». Панель выполнена в виде разноцветных эскимо, а так как дети любят мороженое, эта панель привлечет их внимание. Основа панели выполнена из дерева. Под акриловым окном расположены магнитные шарики и лабиринт в виде разноцветных эскимо. Также под эскимо располагаются вот такие деревянные блоки. С правой стороны панели зафиксирована магнитная ручка на шнурке. Также имеется магнит для того, чтобы она не выпадала. Как играть с данной панелью? С помощью магнитной палочки необходимо перемещать по линиям лабиринта магнитные шарики в окошко в соответствии с цифрой на блоке. Шарики передвигаются легко. Блоки также имеют как цифровое обозначение, так и точечное для удобства детей, которые еще не выучили цифры. Соответственно, основной ее задачей является обучение счету от 1 до 10. Знакомить детей с понятием магнетизм и подготавливать детскую ручку к письму.